Партнер рубрики «Магазин одежды в теме». Одежда для скейтбордистов, роллеров, сноубордистов, биомиксеров. Если ты в теме, приходи к нам. Привет всем патриотам нашей страны. Сладкое слово «армия» на устах у всех молодых людей. Ведь призыв уже начался и по некоторым источникам продлится до 31 августа. Как говорится, студентом можешь и не быть, а вот солдатом быть обязан. Насколько уссурийские парни готовы к службе в российской армии, сейчас увидим. Светит незнакомая звезда, надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Ну, собираетесь после школы в армию, да? Да. Мы предлагаем вам пару-тройку заданий, чтобы проверить, насколько вы готовы к армию. Давайте. Ну что за солдат такой? На пуговице не застегнулся, не успел одеться, что ли? Должен постоянно думать левой, правой, левой, правой. Так, по крайней мере, нас учили маршировать на физкультуре и так далее. На силу раз 30 точно смогу. Раз 30? Ну, давай, будем считать. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. 27, 28, 29, 30, ух! Я стараюсь заниматься физкультурой, ну, спортивной, поддерживать форму. Командир, что у вас за неподобающий вид? Я командир мне, как бы. Как бы вообще. А, как мы поняли, ему как бы вообще. Равняйсь! Смирно! Рядовой курочки, шага, марш! Рядовой курочки! Направо! Направо! Вперед, шага, марш! Welcome to the Soviet Army! Би-бой Грей у нас в скором времени пойдет в армию служить. Естественно, держи военную форму. Чтобы солдат был сильным и накачанным, нужно что делать? Спать больше и есть больше. Отжиматься. Раз. Солдата на чудеса богата. Еще. Разве мог он ожидать такого результата? Стой, куда ты и я, солдаты. Чтобы в армии служить, нужно крепким парнем быть. Был на военных сборах. Мы всегда пытались убежать от строевой. И поторопитесь прийти в военкомат, потому что в этом году планируют призвать на 70 тысяч новобранцев меньше. Места может и не хватить. Партнер рубрики «Магазин одежды в теме». Одежда для скейтбордистов, роллеров, сноубордистов, биомиксеров. Если ты в теме, приходи к нам.